Станислав, в принципе, тот же вопрос, наверное, что только что задавал игроку. Успели ли по горячим следам разобраться, в чем основные причины такого, ну, наверное, больного поражения? Естественно, это очень больное, обидное поражение, но это полностью мое поражение, которое я беру на себя. Пусть парни даже не думают, что кто-то где-то в чем-то виноват. Пусть парни сосредоточатся на тренировках. Может быть, в том, что мы думали, что мы очень хорошо знаем Харьков в силу всех ситуаций, которые есть. Может, я их перенастроил, потому что вы видите процент трехочковых 2 из 25. Из-за, хотя эти хорошие броски, хорошие сеты, которые открывают наших шутеров, свободные броски надо спокойно, уверенно забить. Вот в этом перегорели. Опять же, потери, которые сильно бьют по нам, тоже из-за такой глупости, поспешности, из-за вот этой нервозности. Мое поражение полностью, я его признаю, я знаю, как работать дальше, чтобы это исправить. Парни знают, что мы должны работать еще больше, еще сильнее, и будем готовиться к следующим играм. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.